Для улучшения эпидемиологической обстановки начало школьных каникул перенесено с 15 ноября на 28 октября. Таким образом, каникулы продлятся до 3 ноября. Кружки и секции будут закрыты с 28 октября по 7 ноября. Итоговые отметки за первый триместр будут выставлены учащимся 14 ноября. Заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев сообщил, что школьные стадионы останутся открытыми для населения и подчеркнул, что перенос школьных каникул не повлияет на качество и полноту учебного процесса.